Напоминаю, что сегодняшний выпуск целиком посвящен цивилизации. И не каким-то там шумерам или анунакам, а настоящему лицензионному продукту Сида Мейера. Говорят, что программа настолько точно воспроизводит механизмы, которые двигают историю, что с ее помощью можно даже прогнозировать будущее. И лучше всего это делать посредством последней, четвертой версии программы. Тем, кто играет за нашу страну, мы рекомендуем скачать патч Endless Oil. Он обеспечивает непрекращающийся рост цен на нефть. Это значительно облегчает игровой процесс. Четвертая часть цивилизации выбрала все, все лучшее, что было сделано в предыдущих сериях, и обзавелась новым, красочным, красивым, трехмерным движком. Это бросалось в глаза с первых же мгновений игры. Сначала на экране выбора правителя можно было увидеть легкомысленного Людовика, трясущего кудряшками, хмурого Бисмарка и Екатерину, кокетливо подмигивающую вам на фоне Успенского собора. Потом начиналась игра, демонстрируя нам все очарование современных трехмерных технологий. Но что стоит за всей этой яркой оберткой? Опять небольшой клочок разведанной карты, а на ней старый добрый сеттлер и мужичок с дубинкой. Основная механика игры осталась по-прежнему без изменений. Все старое осталось, но появились и новые особенности игры. Это религии. Вместе с религиями пришли проповедники, нудные старцы, несшие слово Божье в соседние города. С их помощью можно обратить инакомыслящих в свою веру и потом коварно извлекать из этого пользу для себя. Так, например, играя за индейцев зулусов, мы могли сделать их буддистами и отправить наших проповедников нести слово Будды, например, американцам. Tell me what to do. Как и раньше, имеется огромное ветвистое дерево технологий, от колеса до лазера, на зависть всем Ньютонам и Эйнштейнам. В игре также подробно описывается каждая технология, при этом развитие технологий сопровождается озвученной цитатой. Благословен плод скота твоего и плод твоих волов. Ближе к середине партии все нации традиционно опутываются плотным клубком торговых связей и взаимных обязательств. Любая мелочь может нарушить хрупкое равновесие. Объявили войну надоевшему соседу, тот перекрывает вам торговые пути. Вы теряете источники снабжения, и ваша преуспевающая, казалось бы, экономика начинает задыхаться. Жители перестают получать еду, вино, предметы роскоши, начинаются бунты, производство останавливается. Жуткая, в общем, картина. Зато какое наступает удовлетворение, когда удается провернуть подобный трюк с вашим заклятием. Врагом, наложить на него эмбарго, перекрыть кислород, натравить на него союзников. У некоторых от такого может развиться настоящая мания величия. Ну, в общем, после завоевания мирового господства остается только одна проблема. Как бы в дурдом не загреметь. Чтобы убедить вас в том, что вы не один такой гениальный, разработчики добавили в четвертую цивилизацию новый юнит – великих личностей. Великие личности бывали, как известно, в разных областях. Они могли быть великими писателями или художниками. С их помощью можно было создать шедевр, таким образом значительно увеличив объем нашей культуры. Среди них были инженеры, которые позволяли ускорять строительство. Были ученые, которые значительно усиляли науку и могли основать, например, научную академию. Ну и, конечно же, полководцы, которые вели в бой нашу армию, значительно усиляя ее параметры. Для полного счастья не хватало только полноценного дополнения. Довести до ума баланс, добавить россыпь новых фишек. Как раз с этой целью и подоспело последнее дополнение к четвертой цивилизации. Это Beyond the Sword, или Эпоха Огня, говоря по-русски. Эпоха Огня, по мнению самого создателя игры, Сида Мейера, это самый большой в истории серии аддон. Он добавляет не только огромное количество новых сценариев, в которых есть даже такие неожиданные вещи, как, например, война в космосе, сделанная на движке цивилизации. Но и привносит в саму механику игры очень много новых интересных вещей. Например, для тех, кто устал разыгрывать классические цивилизованные партии, предусмотрены отдельные сценарии, как, например, уже упоминавшаяся «Война в космосе». В этом сценарии полностью переработано все дерево науки, все дерево технологий и развитие цивилизации перенесено в открытый космос. Но эти своего рода «Звездные войны» далеко не единственные из тех занятных сценариев, что доступны в эпохе огня. Тут найдется героическая сага в жанре фэнтези, и отстрел роботов на далекой планете, и сражение с древними богами, и даже воссоединение России после вымышленной гражданской войны.
Для тех же, кто предпочитает играть в привычном режиме, тоже нашлось немало сюрпризов. Так значительно расширился выбор наций и их харизматичных лидеров. Теперь в роли игроков на глобальной карте выступят не только привычный Сталин, Рузвельт или Чингисхан, но и такие оригиналы, как предводитель шумеров Гильгамеш или вождь индейцев Сидячий Бык. Все они, как водится, будут крутить друг с другом сложные дипломатические шашни. В эпохе огня значительно более полезным стал шпионаж. Мы получаем к нему доступ на ранних этапах игры и с его помощью можем не только узнавать различные интересные сведения о том, как развивается наш противник, какую стратегию он выбрал, какие юниты он строит, но и подорвать его производство, нанести ущерб его науке и экономике. Кстати, об экономике. В эпохе огня нашлось место корпорациям, которые появляются после открытия соответствующей технологии. Можно было выбрать одну из 7 корпораций, назначить ей штаб-квартиру, а потом начать распространять по всему миру власть доллара. Ну или рубля, или рупий, смотря за кого играете. Механика действия корпорации очень похожа на религию, но больше подходит атеистически настроенным игрокам. Для тех же, кто не верит в зеленые бумажки и придерживается традиционных верований, появилось новое здание – апостолический дворец. Теперь никто не мешает провозгласить себя папой римским и убедить свою паству в том, что вы тут и есть самый главный отец. Какой у нас план? Ну и еще одна новая, а точнее хорошо забытая старая особенность. Это случайные события из первой цивилизации. Теперь на планете может случиться всякое – потопы, наводнения, цунами, извержения вулкана. А также события иного порядка, например, мольбы других цивилизаций о помощи, откуда ни возьмись появившиеся ресурсы или династические браки между лидерами государств. Если раньше мы могли с математической точностью просчитать развитие нашей цивилизации на несколько тысяч лет вперед, теперь это будет не так просто. В этом вся фишка цивилизации. Только подумаешь, что становится скучно, как откуда ни возьмись появляется новая прикольная технология, или один из соперников выкидывает какой-нибудь фортель. И в итоге геймер засиживается до самого утра с одной и той же мыслью. Ну вот, еще один ходик и спать. Видишь, предводитель шумеров Гильгамеш не смог смириться с поражением, которое нанесла его цивилизация, цивилизация Сида Мейера. Он теперь воюет на стороне противника. А знаешь, похоже, не только Сид Мейер дает ссылки на шумеров, но и шумеры давали ссылки на Сида Мейера. Это в 3-м-то тысячелетии до нашей эры? Это каким же образом? Если проанализировать эпос о Гильгамеше, то там, в метафорической, конечно, форме, излагаются принципы игры цивилизации. Ну, судите сами. Вначале герой совершенно дик. Вместе с газелями ест он травы. Дикий. На следующем уровне он уже умастился елеем, одеждой оделся. А то есть стал более цивилизованным. Да. А на 10-й таблице, это клинопись, находим такой текст. «Сделай лопасти и мне принеси их». Попахивает вертолетом. Намек на индустриальное общество. Вот. Для того, чтобы узнать, какие еще тайны скрывает игра, давайте послушаем эксперта, который выступит в третьей части нашей передачи.